Гоппасча Кришнам Упалабха Чирада Виштам Яд Прекшане Дишишу Пакшакритам Сапанти Дригви Радикрита Малам Парира Басара Стадбхава Махапурапи Нитто Юджахам Дурапам Гоппасча Кришнам Упалабха Чирада Виштам Яд прекшане дишишу пакшакритам сапанти дигвир хридикритам алам парирабба сарваха стадбхавама пурапи нитто джуджам дурапам. Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал: служить Мадхура Вираха Браджаваси — наша конечная цель. Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал: служить Мадхура Вираха Браджаваси — наша единственная обязанность. Через это мы сможем войти в Рагануга Баджан, и нет другого пути для нас. Поэтому Шрила Прабхупад сказал: шлока, сказанная Мадхавендра Пурипадом, единственная поддержка для нас, для тех, кто хочет войти в Рагануга Рупануга Баджан. Мадхавендра Пурипад — это колонна нашего Гаудия Баджана. Сам Махапрабху высоко почитает его. Мадхавендра Пурипад — значимая колонна. Шлока, которую он произнес в свой последний момент, до того, как он оставил тело, это прямое чувство, которое он испытывает к Шримати Радхарани. Нет, простите, это чувство Шримати Радхарани заключено в этой шлоке. И это чувство пребывало в сердце Мадхавендра Пурипада. В противном случае невозможно было бы произнести эту шлоку. Это прямое ощущение Шримати Радхарани. По милости Шримати Радхарани, это пришло в сердце Мадхавендра Пурипада. И мы, как Гаудии, обладаем твердой верой в эту шлоку. Випраламба Бхава — единственное, в чем нам нужно принять прибежище, где нам нужно принять прибежище, если мы хотим войти в Рагануга Баджан, Рупануга Баджан. Когда Махапрабху возвращался с Гайи Дамы, он начал выражать подобные чувства. Уникальный Рагануга Баджан имеется в виду Манджари Бхава, чувство Шримати Радхарани. Это Махапрабху начал проявлять по пути из Гайя Дхамы. И он танцевал в Шива Сангане целую ночь, целые ночи напролет. Он совершал санкиртан, наслаждался санкиртана расой. Не думайте, что эта раса отличается. But the only difference is that Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to prove
Разница в том, что Чайтанья Махапрабху хотел доказать, что через санкиртна-расу вы войдете в танец раса. То есть это научно доказано. Без помощи расы, которую являл Махапрабху в Шивасангане, мы никогда не сможем войти в танец расы, совершаемый Шри Кришной. Даже Садашив Махадев, Гопешвар, не может войти и принять участие в этом танце расы. Он хочет принять участие, но не может. Санкиртна-раса в Шивасангане и танец расы, который совершает Кришна, не отличны. Единственная разница в том, что через санкиртану-расу вы сможете войти в танец расы Шри Кришны. Все спутники Чайтаньи Махапрабху — это те же самые Сакхи-манджари, которые приняли облик и воплотились, то есть облик преданных Чайтанье Махапрабху. И обычные люди не могли войти, им не было позволено принять участие в санкиртна-расе. Ванната Чакраватакур описывает в деталях, как шаг за шагом, Бхактивинод Такур и Прабхупад также говорят это, шаг за шагом мы должны следовать тому, что совершал Гауранга Махапрабху в течение дня, его Аштакали-лили. Когда мы обретем зрелость, мы поймем Бхаву Гауранги Махапрабху. Постоянно он выражал различные бхавы. После санкиртаны он отдыхал в саду Шривасангана. Если мы будем следовать правильно Гаура-лиле под руководством нашей Гуру-варги, мы легко сможем понять, что эта лила напрямую связана с раса-лилой. Несомненно. Поэтому Шрила Бхактивинод Такур составил Баджана Рахасью, в которой взяты за основу шлоки с Шикшаштаком. И одну стих за стихом он показывает наш путь, какие чувства мы должны испытывать, как нам продвигаться. Он Аштакали-лилу разобрал детально. Те, кто не является гуру-севаком, не могут понять то, о чем говорит Шрила Бхактивинод Такур. Самое главное — это гуру-сева, это фундамент, это основа. Бхактивинод Такур хотел... Бхактивинод Такур разделил процесс чета-дарпана-марджанам до ночной лилы. Бхактивинод Такур замечательным образом представляет Шикшаштакам так, и Аштакали-лилу так, чтобы мы поняли, мы должны размышлять об этой лиле под руководством чистых гуру вайшнавов. И в то же самое время мы должны совершать санкиртану. Бхактивинод Такур говорит, «Эй лила чинтакори». Вы должны обрести вдохновение, обрести бхаву. Вы почувствуете, что в сердце приходит бхава автоматически, если вы совершаете санкиртану. Если же вы просто будете думать о лилах, не совершая санкиртану, ничего не выйдет. Эй лила чинта, то есть вы должны думать о лилах, но под руководством гуру и вайшнавов.
в соответствии с правильными предписаниями, если Гурудев дает какие-то особые наставления, мы должны следовать им в отношении этого. И при этом мы должны совершать санкиртану. Преданные с одним настроением, с одним умонастроением, как я часто говорю, когда они вместе совершают воспевание, это называется санкиртаной. И такая санкиртана приносит полное удовлетворение Верховному Господу. Поэтому Махапрабху постоянно совершает санкиртану. То есть он рассказывает харикатху, но при этом большее значение, больший упор делается на санкиртану, потому что через санкиртану он видит Кришна-лилу. У него прямое видение этого. Уддипаны, лила уддипака, то есть вы после того, как вы увидели то, что дает вам вдохновение, то есть то, что дает вам вдохновение, называется уддипаны. Когда бы гопи не видели что-то, что связано с Кришной, они автоматически, немедленно обретают вдохновение, например, стопы Шри Кришны и много всего связанного с Шри Кришной в Нандаграмме. Когда бы они не смотрели на такие объекты, они видят связь с Шри Кришной, потому что то есть Кришна совершает такую-то лилу, то есть это называется уддипаны. Вишванат Чакраварти Пат, а также Шрила Бхактивинод Такур также пишет, описывает это в соответствии с различными лилами. Бхактивинод Такур разделился на категории и привел ссылки. То есть прежде всего Чайта Дарпана Марджинам, какая лила соответствует этому, в какое время, и как мы можем взращивать наши чувства в отношении этого. Затем вторая лила. Второй ям, третий ям. Постоянно различные чувства он описывает. И также он приводит различные шлоки из Говинда Лиламриты. Которые соответствуют тому или иному яму. И Шрила Вишванатха Чакраварти Пад в деталях говорит, что через Гаура Лилу мы можем обрести простой вход, то есть подход, доступ, простой, легко обрести доступ к Кришна-лиле, при условии, что мы правильно следуем процессу. Санкиртана происходит в доме в Шивасангане каждую ночь. Не так, что мы увидим, как Кришна танцует с девушками. Если мы, наверное, если мы поймем расу Гауранги Махапрабху, то мы войдем в Кришна-лилу. Вы можете вспомнить историю о том, как теща Шриваса была прогнана из комнаты, где совершалась санкиртана, потому что у нее не было прав присутствовать при санкиртане.
Но там же не было, то есть за волосы Шивас Прабу вытащил ее, прогнал ее. Она спряталась, чтобы смотреть на Расалилу, то есть имеется в виду на Санкиртану. Она спряталась за кроватью. Но Махапрабху понял это. Он сказал Шивасу: «Сегодня я не испытываю обычного вдохновения. Что-то не так». И таким образом они поняли, что теща Шривас Пандита спряталась там и ждет, когда начнется Санкиртана. Но они нашли ее, обнаружили ее и прогнали. Также вы наверняка помните о Шукамбар Пандите. Он тоже хотел смотреть на Лилу и Махапрабху. Но Махапрабху не позволил ему войти в Расалилу. Когда тот хотел войти, Махапрабху громко закричал: «Ты что думаешь? Ты совершаешь аскезы, поэтому ты можешь войти? Пьешь только молоко? И что ты брамачари, и что из-за этого ты считаешь, что ты имеешь право войти? Это дает тебе возможность познать меня, ты думаешь?» Также Хираньякашипу совершал аскезы. То есть Хираньякашипу тоже совершал аскезы. Многие-многие совершают аскезы, какие-то полубоги и так далее, асуры. Все совершают аскезы, но эти аскезы не дают гарантии, никаких гарантий, что ты можешь обрести меня, достигнуть меня, говорит Махапрабху. А с Риши Муни была другая ситуация. Ригу Риши, простите. Он совершал аскезы, но сердце его было полно бхакти. Он не совершал сухие аскезы для того, чтобы что-то обрести. Он делал это для того, чтобы удовлетворить Верховного Господа. Поэтому Радхарани была вынуждена попросить Кришну: «Пожалуйста, пролей милость на этого Риши». Но случай этот абсолютно другой. Но Равана, Кумбхакарна, Хираньякашипу, все они совершали аскезы, и эти аскезы не дают никаких гарантий, что они достигнут Господа. Потому что они делали это для своего собственного блага. Так Шукамбар также не позволили ему войти. Шукамбар Брамачари. This way we find if this sankirtan jagya sankirtan. Таким образом, мы видим, что раса санкиртана не отлична от ягья санкиртана. Шивасанган — это вечное место нитярасы, где по сей день, даже сегодня, мы не можем видеть из-за нашей слепоты. Тем не менее, удачливые души, которые наслаждаются милостью Прабху, по сей день видят происходящее там санкиртану. Нитярасы стали, называется это место Шивасанган. И суть в том, что если такая раса, то есть Махапрабху совершал санкиртану с Гададхар Пандитом и другими своими преданными, там не было никаких женщин, никаких девушек, но тем не менее Махапрабху не позволял никому постороннему войти. Что же тогда говорить о той трансцендентной расе, о Раса Лиле?
Он не позволял тем, у кого нет, кто не обрел милости, войти туда. То есть как они смогут понять раса лилу? Шриман Махапрабху в форме, как в форме Кришны совершает игры с гопи. То есть при малейшей возможности люди неправильные выводы делают, потому что они полагаются на свой опыт. То есть они все время полагаются на собственный материальный опыт, поэтому они не могут понять этих трансцендентных вещей. Эти трансцендентные вещи. Также Бхагаван говорит в Гите. В Упанишадах описано два вида — видья и авидья. Знание и невежество. Они вечно существуют. Общаясь с чистыми гуру и вайшнавами, мы можем удалить из своего сердца авидью и установиться в видье, в знании. Кришна говорит «Анади Бахирмук». Авидья похищает сердца, покрывает, невежество покрывает людей. Поэтому они начинают наслаждаться, хотят наслаждаться, и из-за этого они обусловлены. Прежде всего, нам нужно отказаться от настроения наслаждения, от наслажденческого настроения. Бхагаван Шри Кришна говорит, что те, кто на 100% преданы мне, могут выйти из-под влияния майи. Здесь речь идет о маха-майе, не о йога-майе. Йога-майя — это отличное понятие, отличная энергия. Никто не может выйти из-под влияния маха-майе. То есть, но нам необходимо это. И это произойдет только тогда, когда мы обретем полное предание гуру и вайшнавам. И тогда майя, в таком случае майя оставит нас. Бхактивинода Тхакур пишет в своем санкиртане Куладеви йога майя. Если ты, он Бхактивинода Тхакур молится, если ты уберешь свои чары, я смогу видеть все, как есть на самом деле. И Висудев Госвами говорит Нараджа Махараджу, он то есть Висудев Госвами, сконцентрировавшись, смог составить Бхагаватам, и он осознал, почувствовал, увидел, что Прабху явился Ясадев Госвами осознал, что Бхагаван явился в этом мире, наверное. И в то же самое время за Бхагаваном идет майя со смиренным настроением, опустив голову. Она не может предстать перед Кришной. В Бхагаватам сказано: майянча тадапасрайам джаясанмахито живо атманам тригудатмакам паро опи манате анартам таткитан чаби паддате. Вяса-дев Госвами could see Supreme Lord Purna Purna. Ясадев Госвами видел Верховного Господа, а также его Ашрая-таттву Майю и его Майю, которая следует за ним смиренно, склоня голову. И бесконечные дживы находятся под влиянием этой Майи. Все дживы.
На самом деле дживатмы за пределами влияния майи. Их конституциональное положение таково, что они не должны быть под влиянием майи, потому что майя не имеет ничего общего с чидатмой. Как я уже говорил несколько дней назад, есть, если дерево на берегу озера стоит, мы видим отражение его в воде. Когда сильный ветер дует, вода в озере покрывается рябью. И мы видим, что изображение, то есть отражение пальмы трясется, содрогается. Несмотря на то, что дерево стоит ровно, оно не двигается, но на поверхности воды оно движется. То есть это искаженное видение, отражение искаженное. Точно так же дживы должны испытывать чистое чувство, чистую бхаву, но они не могут из-за влияния майи. Несмотря на то, что у майи нет ничего общего с дживатмой, тем не менее материальное тело означает пракрити татва, то есть оно дано нам материальной природой. И мы находимся в ловушке материального тела. Из-за этого дживатма взрастила ложное эго, что это мое тело, я есть это тело. Абхиман, ложное эго. Несмотря на то, что дживатма чиста по своей природе, она начинает наслаждаться материальными вещами, испытывая наслаждение и боль. Но в действительности она постоянно страдает. Все дживы, все мы дживы. Иногда дживы принимают форму, принимают тело мужчины, иногда женщины. Но в действительности все это шакти-татва. Шакти-татва означает, что джива не может наслаждаться, то есть у нее не должно быть наслажденческого, иметь в виду материи. Джива не может обладать наслажденческим настроением. Если кто-то начинает думать, что я мужчина или женщина, это неправильно. Это несовершенное понимание вещей. В настоящий момент вы находитесь, пребываете вот в этом теле, но отождествление ваше неправильно, потому что все дживатмы — это шакти-татва. Естественным образом шакти-татва должна служить Шри Кришне. Шакти-татва должна служить Шактиману, тому, кто обладает этими энергиями, тот, кто обладает этой шакти. В Бхагаватам Брахма говорит: This word yogamaya, I wanted to explain this, that's why I touched this sloka. Ko vetti bhuman, Bhagavan, paratmano, yogeswaro tir, bhavatos trilokyam. Kwa, bhagatham, bhakoti, bhakada, ba, bistarayam, kirasi yogamayam. He saraisa jivati Bhagavan, He Paramatman, He Yogeshwar, in these three worlds, who can understand the secrecy of your tattva? Кто может понять таинство твоих татв? Это невозможно. В этом материальном мире нет таких.
то, как ты проявляешь свою йога-майю, то, как ты совершаешь игры, мы не можем этого понять. Для нас невозможно понять твоих деяний. В Бхагавад-гите и Шримад-Бхагавата Махапуране мы часто встречаем два слова, два понятия — майя и йога-майя. То есть эти слова встречаются на протяжении всего Бхагавата, Бхагавад-гиты, в разных Пуранах также. В Маркханья Пуране сказано, Санатани майя, маха майя, видья может ликвидировать ваше обусловленное состояние. Махамая, покрыв вас авидьей, невежеством, поместит вас в поток материальной самсары. Это проявление майи погрузит вас в поток материальной самсары. Она свяжет вас и забросит в этот круговорот. This way actually, different time to time in Upanishad also, mayam tu prakritim vidyam. This way, anadi mayaya, jada jivaha prabuddha. Бхада-дживы загипнотизированы майей. Несмотря на то, что все происходящее не подлинно, дживы становятся, принимают разные отождествления, становясь головами семейств и заботьтесь об этом, несмотря на то, что они ничего общего с этим не имеют. Маркандея Пурана говорит, все эти сбитые с толку дживы, как сумасшедшие, носятся по свету. Я вчера объяснял, как майя, внутренняя энергия Господа, как йога майя, внутренняя энергия Господа, устраивает все лилы, то, что происходит во Вриндаване, в соответствии с временем и обстоятельствами, она организовывает ту или иную игру. И сам Бхагаван не знает, что произойдет в следующий момент. Я не понимаю происходящего, говорит Бхагаван. Even Gopikas, they are also, and Krishna also.
ни гопи, ни Кришна не знает, что будет в следующий момент. Кришна говорит гопи. Вчера я уже касался этого момента. В Чайтанья-чаритамрите уже сказано. Гопи думают обо мне, что я герой, несмотря на то, что у них есть мужья. В то же самое время Кришна говорит, говорит гопи, вы же обладаете высокорожденным происхождением из хороших семей, поэтому очень плохо. Каждый будет критиковать вас за то, что вы делаете сейчас. Прежде чем Расалила началась, Кришна говорит гопиям, напоминает им о том, что у них есть мужья. В Чайтанья-чаритамрите сказано, Паракия Бава может принять совершенную форму. В соответствии с раса-таттвой, несмотря на то, что может быть много препятствий, барьеров, иногда происходит встреча, иногда нет, все зависит от случая. Чем больше проблем испытывает герой, чтобы встретить героиню, или наоборот, тем совершеннее лила. В материальном мире все противоположно этому. Все, что плохо в этом мире, противоположно трансцендентному. Там единственный герой — это Кришна. И гопи... жаждут встречи с Шри Кришной в своем сердце, наверное. Таким образом, грязные вещи, вещи, которые являются грязными в этом материальном мире, совершенны в трансцендентном мире. Обычные люди не имеют права слушать эти возвышенные лилы, потому что если они будут слушать, они неправильно это поймут. Шукадев Госвами говорит, что гопи никогда не думали, что Кришна — это Верховный Господь. Они лишь думают, что Кришна — наш единственный герой. И как я уже сказал, Кришна загипнотизирован своей собственной майей. Очарован своей собственной майей. Как вчера я объяснял, понятие йога-майя. Когда Кришна хочет осуществлять свои игры, в это время Кришна устраивает такую обстановку, йога майя Кришны устанавливает такую обстановку, чтобы гопи испытывали каму и также
Кришна испытывал, и чтобы Кришна, то есть, наверное, чтобы они легко могли встретиться. Если какие-то препятствия, наверное, тревога какая-то присутствует в этой лиле, она не может быть совершенной. И как я уже объяснял в соответствии со словарем, санскритским словарем, каким-то, наверное, знаменитым. То есть там говорится о том, что майя переводится как крипа. Одно из переводов майи — крипа, милость. Потому что без майи невозможно проведение этих игр. Вишва-пракаш, словарь, Вишва-пракаш и так далее. Называется этот словарь. То есть майя значит крипа. В противном случае вы не поймете, наверное, почему Кришна принимает прибежище гопи, значит, он слаб. И влияние, это совершенно влияние йога майя осуществлено по желанию Шри Кришны. Сейчас Кришна не думает ни о чем. Он полностью сконцентрирован на своих играх. Атмарам Пуруш, источник всех атмарам, Шри Кришна, Йогешварешвара, сейчас играет с гопи. И для этой лилы естественно, что Кришна забывает о том, что он Верховный Господь, потому что если бы он помнил об этом, он не смог бы совершать эту игру, так играть. Поэтому там нет никаких... препятствий, никаких помех. Если бы они существовали, то невозможно было бы осуществление этих игр. Раса-таттва не достигла бы своего пика. Уната Уджвала расы. Мы все мы хорошо знаем. Если какой-то садак хочет встретиться с Кришной, я хочу задать вам вопрос, как, в каком случае возможна эта встреча? Как мы можем встретиться с Шри Кришной? Одна лишь, по одной лишь причине — это милость. Если не будет милости, необходимой милости, мы не встретимся с Шри Кришной. Год за годом, юга за югой, риши и муни совершают баджан. Тем не менее, они до сих пор не обрели Шри Кришну. Они не могут обрести Шри Кришну. Муни, которые совершали баджан в Камьяване, они постоянно думали о лотосных стопах Рады и Говинды, и, соответственно, их случай отдельный. Они постоянно думали лишь о лотосных стопах Радхи и Говинды, и ни о чем больше. Памятование о Господе — это одно из видов служения. Таким образом, если у нас не будет милости, если мы не обретем милость, мы не можем даже надеяться на встречу с Шри Кришной. Милость — это единственная причина, по которой джива встречается с Шри Кришной. Как я уже рассказывал, во время Радха-ятры
Раджа-пратапарудра, Сарвабхам Бхаттачарья и кто-то еще, всего три или четыре человека могли видеть, что Махапрабху одновременно танцует в семи группах. Все это устроено йога-майей. Никто не мог этого видеть. Только лишь по желанию Шри Кришны йога-майя устроила так, что вот эти три или четыре личности могли лицезреть. Бхагаван не выражает никакого пристрастия, когда он распространяет свою милость, раздает милость. Кришна всегда готов дать милость, но кто готов принять ее? Кришна всегда готов. Когда риши из леса Наймишаранья, Шанакади риши, задали вопрос Шукадеву Госвами, почему Шукадев Госвами, для чего он стал изучать Шримад Бхагаватам? Что, какова причина за этим? Какая причина за этим стоит? И я уже говорил одну шлоку. Вы знаете ее? Последние слова в ней указывают на совершенные качества в Шри Кришне. С помощью которых он, то есть благодаря которым он проливает милость на джив, наверное. Никто не может остановить его в этом, на этом пути. Таким образом, если эти слова применимы к Кришне, почему все бегут за Кришной? Манджари, Саки бегут к Кришне. Какова же причина? Единственная причина — он привлекает их. Итак, когда Кришна испытывает влечение гопи, мы также должны понимать, что возможно, гопи обладает какими-то совершенными качествами, поэтому Кришна испытывает влечение к ним, и Кришна, наверное, бежит за ними. В гопи есть совершенные качества. Таким образом, мы видим йога майя упасита. Никогда то есть без йога майя невозможно эта лила. И эта майя заставляет Кришну забыть о том, что он Верховный Господь. Когда в форме Нараяны он спит, Вишесварим, Вишесварим, Джагадхатрим,
Sthiti Sanharo Karinim Nidram Bhagavatim Vishnu Ratulam Teyasaha Prabhu is the power of Vishnu. And Sthiti Sthiti Sanharin Bhagavati Vishnu Nidra Stop Prabhu. This way, actually, Yogamaya going to arrange. Йога-майя устраивает все в соответствии с желанием Кришны. Когда начинается Расалила, мы должны понять, что, несмотря на то, что гопи обладают совершенным влечением, то есть мы должны знать о том, что гопи обладают такими качествами, которые... То есть, Кришна привлекается к гопи. То есть, сами гопи испытывают влечение, Кришна привлекает их. И в то же время майя... То есть вначале они испытывают влечение. Второй момент — это Кришна испытывает влечение к ним. И третье, не должно быть никаких, то есть не должно быть никаких мыслей о том, что у меня есть муж, у меня есть дети. И майя организует все. Имеется в виду, они. Гопи испытывают влечение к Кришне, и йога-майя устраивает все так, что они думают лишь о Кришне и не помнят ни о чем, потому что если бы они помнили, они не смогли бы сконцентрироваться на Кришне. Итак, йога-майя устраивает все так, чтобы они испытывали отречение, не испытывали никакого... Не помнили о своих семьях. Она дает им отречение от этого, чтобы они оставили свои привязанности. Отношения с отцами, матерями, мужьями, детьми и так далее. Таким образом, йога-майя устраивает все. И мы знаем, что Кришна проверяет их, достигли ли их сердца полной зрелости. Потому что все это происходит впервые. Кришна впервые совершает эту лилу. Ни в каких аватарах никакие Кришна не совершал этих лил. Бхагаван применяет свои силы в соответствии с временем и обстоятельствами, и на этом лилы заканчиваются. Но в Кришна-лиле, в Раса-лиле воплощение находит полная энергия йога-майя и маха-майя. Благодаря йога-майе все испытывают сильнейшее влечение к Шри Кришне, наверное. Имеется в виду, забыли обо всем. Не помнят никаких отношений ни с родственниками, ни с друзьями. И они привлечены лишь Шри Кришной. Таким образом, все устраивает Бхагаван. Так что... Эта лила осуществляется. Хари, Верховный Господь, обладает таким могуществом, что сами атмарамы испытывают влечение. Нет никакой причины, почему они испытывают такое влечение. Даже сам Шри Кришна начинает
испытывает те или иные чувства. Имеется в виду, испытывает реакции. Несмотря на то, что он самоудовлетворенный атмарама, принимая участие, осуществляя танец раз, это не значит, что он перестает быть атмарамой. Все это устройство йога майя. Кришна то есть все это прекрасная сваруп шакти лила, устроенная йога майей. В Бхагаватам мы видим, что Кришна играет будто бы со своей собственной тенью. Как материальная любовь. Like material bhav, so this way Krishna going to play. Otherwise this lila cannot. Это лила как материальная любовь. So Esho, that Bhagavan, Supreme Lord. Naraloki asmin avatirno samayaya. And Reme, he was bound to play with those Tirupna Kutastha Bhagavan Prakitu Yatha. And sometimes somewhere it is written just. Pati Bibro, Pati actually like own, it is written, Reme Ramesha Bajasandari Dhir Jathar Vakam Sa Prati Bibra Vibrahma. Follow what I say. Two points I say. Here Sukhdeva Goswami speaking, so is so that Supreme Lord. Sa esho naraloki asmin avatirno samayaya are reme sthi ratna kutastha bhagavan prakito yatha prakito yatha yatha mean prakito yatha just like material law material not comparison it is любовь это как будто материально, то есть на самом деле нет никаких сравнений, но тем не менее она. Она подобна человеческой. Шукадев Госвами не говорит, что это материально, но он говорит, что это подобно материальным играм. Then we cannot get that kind of excellency. So, it is written also in Bhagavatam that Sukhdeva Goswami Rasa Tattva here, Rasa Lila chapter, Reme Ramesho. В Бхагаватам, в главе Раса Лили сказано Са Прати Бимба Вибрама Реме Рамешо Брджасундари Вир Чатарвакам Са Чатарвакам Са Прати Бимба Вибрама. Прати Бимба, you know, in front of mirror. If you stand, you can find. Если вы смотрите в зеркало, вы видите свое отражение. Just like that. As if Krishna himself dancing with himself. И Кришна точно так же танцует, будто сам с собой. Как маленький мальчик, играя перед зеркалом. Sukadeva Goswami.
И все, что он делает, он видит свое отражение в зеркале, каждое свое движение. И вас может привести в замешательство то, что Кришна играет с собой, как с отражением в зеркале. Расасаваха сампрабитто гопи мандала мандитаха йогесварено кришнено. Be careful. Йогесварено кришнено. And now going to give the influence of Krishna. 100 crores gopikas, 100 crores Krishna. Сотни тысяч гопи, сотни тысяч Кришн. Кришнено. Тасам мадде дайор дайо. 100 crore gopikas, 100 crore Krishna, 20 expanded. This way, they are going to play with Krishna. Так они играют с Кришной. Dirty thing, nothing. И very excellent thing. В этих играх нет никакой грязи, and они совершенные. Упарамахастасам гунодхиям катхам. This way. And while we are going to think about our material law, because naturally when почему we are going to think that way, sometimes we are думаем о материальной любви. We are going to confuse. We are going to confuse. We think почему мы сравниваем, наверное, Раса Лилу? То есть, когда мы думаем о Раса Лиле, мы все время в замешательстве, потому что мы сравниваем ее с нашей материальной любовью. И в связи с этим мы можем обсудить одну шлоку из Шримад Бхагаватам. Бамана Махарадж говорит Бали Махараджу в ответ на его заявление, что ты глупый мальчик, ты... Зачем тебе это маленький клочок земли? Что ты с ним делать будешь? Бамнадев отвечает. То, что мне нужно, мне, что мне необходимо, то мне и нужно. Мне не нужно ничего большего. Сверх необходимости. Если я... То есть в шастрах сказано, тьяги... То есть тьяги, те, кто приняли отреченный образ жизни, не могут принять ничего лишнего. Многие просят меня, Махарадж, примите это, примите это. Нет, имеется в виду вообще Махараджа просят разных саньяси, просят, примите, пожалуйста. Но если это настоящий Махарадж, если настоящий саньяси, то он не примет, потому что... Which must live on alam, but that doesn't mean I can. We can cross all limits and do whatever we like. То есть необходимо брать лишь необходимое и не больше. То есть саньяси живут на пожертвования, они не зарабатывают деньги сами, но принимают лишь чистое и в небольших количествах, в необходимых количествах. Сейчас Бамнадев Бамунджи Махарадж говорит Бали Махараджу, то, что мне необходимо, то я в том я не нуждаюсь. Если же я возьму больше, чем мне необходимо, это будет забирать мою силу. Брамачари, саньяси, те, кто накапливают вещи, теряют свою силу. В Мадхукаре нет никаких проблем. Мы должны жить на Мадхукаре, на подаяние или То есть нельзя использовать никакие деньги, заработанные нечестивым путем. Мы должны понимать, откуда приходят деньги. И если, то есть как Прабхупад, он никогда не брал черные деньги, то, что заработано не должным образом. Если вы тратите
Если вы собственным трудом заработали деньги, вы должны, то есть, и пожертвовали что-то вайшнавам, вайшнавы примут часть. И Бхактивинода Тхакур говорит, что это белые деньги. То есть, по-честному заработанные деньги вы можете пожертвовать, и это разрешено. Таким образом, если вы будете нарушать правила, будут проблемы. Если мы накапливаем чрезмерно много, чрезмерные вещи, мы потеряем нашу силу, нашу энергию. Нам нужно лишь необходимые вещи, то есть необходимое, и не больше этого. То, что необходимо для поддержания жизни. Вамана Махарадж говорит, Вамнадев говорит Бали Махараджу, мы... Нет никакого... То есть мы не видели еще никогда, чтобы какой-то царь достиг удовлетворения во всей истории. Они не испытывают удовлетворения. То они хотят расширять свои территории. Достигли одной территории, хотят целый континент, хотят стать царем всей земли, потом хотят стать царем райских планет. Как один из царей был настолько глуп, что он хотел наслаждаться женой Индры. И таким образом у них возрастают желания. Мы не видим, чтобы кто-то оставил свои желания. То есть постоянно-постоянно они возрастают. Нет, они не получают никакого удовлетворения. Их требования, их желания лишь возрастают. Прежде, например, когда бедняк, не было там даже поесть нормальной еды, потом он принял саньясу, и по милости, а точнее по проклятию Гурудева, у него миллионы долларов. И тем не менее, в сердце его нет удовлетворения, он хочет еще много всего. Удовлетворение присуще лишь чистым саду, потому что у них нет никаких ожиданий. Можете обыскать весь мир. Но не найдете никого по-настоящему удовлетворенного. Если нет трансцендентного блаженства у кого-то в сердце, то есть у человека в сердце нет трансцендентного блаженства, он не может быть удовлетворенным. То есть главное качество саду — это удовлетворение в сердце. И без него, Прабхупад уже говорил, то есть я уже говорил о том, что говорит Прабхупад, что никто не может слушать Харикатху от всего сердца, рассказывать Харикатху, совершать Санкиртну от всего сердца. Постоянно неудовлетворенность оскверняет их сердце, имеется в виду желание больших и больших вещей. Неудовлетворенность значит оскверненность. Потому что присутствуют какие-то посторонние желания в сердце. Нет желаний, нет удовлетворенности. Неудовлетворенности. И таким образом Вамана Махарадж говорит, что за всю свою жизнь в шастрах нигде не сказано, я никогда не видел царя, который был бы полностью удовлетворен. Сегодня он хочет одно, завтра хочет другое, послезавтра третье. Нет никакого удовлетворения в сердце у царей. Итак, если ты хочешь действительно дать мне этот клочок земли, пожалуйста, эту землю, пожалуйста, дай. Если нет, я просто ухожу. Не хочешь — не давай, хочешь — дай. Все это зависит от тебя. Обычно мы не видим никаких недостатков в Махапурушах. Тем не менее,
дается предупреждение в шастрах. Если вы видите какие-то недостатки, вы должны понимать. Возможно, то есть обычно в Махапурушах нет недостатков. Шесть видов дош. If they are going to make some positive progress in their bhajan, automatically power can come. Если такой махапур, то есть если кто-то совершает прогресс в своем харибаджане, автоматически он обретает силу, могущество. В жизни Прабхупады, как объяснял Гурупад Падма, он обладал всем могуществом, всей силой. Что бы он ни захотел, он мог сделать. Но он никогда ее не применял. Точно. Как вот он мог оживлять мертвецов. Но он не делал этого, потому что это запрещено. Он никогда не совершал подобного. Ночью Прабхупад воспевал святые имена Бхакти Виджай Бхавани. И по какому-то вдохновению он побежал к Йогапитху. А какие-то преданные следовали за ним, которые его слуги, один преданный, наверное. И когда он дошел до Йогапитха, он увидел такую картину, что разные гандхары, полубоги, все они бросают цветы, наверное, на Прабхупаду, поклоняются Прабхупаде. И он был поражен, что же это такое. Возможно, Прабхупад дал ему это видение, так что он смог это лицезреть. В противном случае, как бы он все это смог увидеть? Как в Махабхарате по могуществу Ведавьясы, Санджай, то есть по милости Ведавьясы, Санджай смог видеть. Итак, обычно Махапурушам не присущи дефекты, несовершенства. В Шримад Бхагаватам сказано, как мы уже знаем, что Шукадев Госвами использует эту шлоку по отношению к Васудевджи Махараджу. Когда мальчики, дети, были убиты один за одним Камсой. King Duswamnu Sadhuna, a sadhu, what cannot be? King Duswamnu Sadhuna, very bad, you know, treatment. They are speaking all rubbish against him. They are driving him away from temple, engaging hooligan gunda. Дуршасану прогоняли из храма. All everything, belongings of the sadhu, they are going to take away. Его прогнали и всячески несправедливо относились к нему, но он в ответ ничего не говорил. Простите, наверное, ошиблась с именем. Это был один из царей. Не могу точно сказать, кто это был. То есть он ничего в ответ не говорил, он все это принимал. Бхактивинод Такур пишет в своем киртане, баджане. То же самое он описывает. Что нет ничего невозможного, что не мог бы вытерпеть саду. Саду может вытерпеть все. Потому что мы не понимаем,
Не понимая все это, мы не сможем понять Расалилу. Когда основополагающие вещи не ясны нам, мы не сможем понять Расалилу. Деревья ничего не просят у других. Даже если вы будете обрезать ветки или срубать его, он не начнет протестовать, зачем ты меня срубаешь. Когда нет воды, сезон засухи, дерево не просит, пожалуйста, полейте мои корни. Оно не требует воды. Иногда люди срубают деревья на дрова, собирают фрукты. Кто-то листья забирает, кто-то фрукты. Но дерево не возражает. Кришна говорит: друг мой, деревья эти прекрасные. Они дают все на благо людей. Они дают, 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 и никогда ни от чего, ни от кого не берут. Если вы хотите что-то взять у дерева, он никогда не будет возражать и запрещать вам взять это. Таким образом, Кришна говорит, что жизнь дерева прекрасная, она хочет только лишь отдавать. То же самое, если сравнить с гопи, они подобны дереву, они хотят лишь отдать, ничего не взять от Кришны, они хотят лишь отдать. Пандиты не зависят ни от кого, ни от чего. Потому что они знают свою связь с Бхагаваном. Они понимают, что все, что не происходит, делается по воле Кришны. Ракшасы могут делать также все, что угодно. Те, у кого сердца грязные, как у ракшасов и асуров, отец, родной отец пытался убить сына Прахладу, Хираньякашипу пытался убить Прохлада из-за своего грязного сердца, потому что он асур. Он был готов убить своего собственного ребенка. Они могут делать все, что им захочется. Заблагорассудится. Когда сердце грязно, они готовы пойти на все, чтобы исполнить свои желания. Утром на классе по Бхагавад-гите я рассказывал, что тот, кто удовлетворен атмой, в этом материальном мире есть две вещи — атма-васту и анартма-васту, вторая. Атма-васту — это то, что
в отношении Шри Кришны, это что вечно существует, а второй вид — это то, что разрушится. Под влиянием майи все это разрушится. И те, кто достигли уровня дитатманам, они полностью сконцентрированы на своей атме, не на внешних вещах. Есть ли что-то в этом материальном мире, что они не могут оставить? Как, предположим, риши, которые посвятили... конкретная история. Один риши посвятил свою жизнь благу полубогов. Когда полубоги узнали, что если они обретут тело этого риши, как риши, который был готов отдать свое тело ради блага полубогов, Даричи Муни. Когда полубоги по милости Бхагавана узнали, что если они обретут тело этого риши, он совершает аскезы очень могущественные, его кости очень сильны, наверное. И если они смогут сделать оружие из его костей, они с этим оружием они победят, убьют Вритрасуру. И с этой надеждой они обратились к этому Муни и очень смиренно попросили, описали ему свою проблему. Нам нужно твое тело. Мое тело, да, твое тело. Если ты дашь нам, ты великий саду, поэтому твое тело, наверное, очень могущественное, и с помощью него мы сможем себя спасти. Оно спасет нас. И саду готов отдать все, даже свое собственное тело. Он готов отдать свое собственное тело, настоящий саду. Итак, этот риши сказал, забирайте. Обычный человек не сможет так поступить, не сможет так сделать. Все обусловленные души, у всех обусловленных душ кама находится в сердце. О чем бы они ни думали, что бы они ни делали, что бы они предпринимали, они не могут избавиться от влияния майи. Если они станут саду, наверное, то в таком случае они избавятся от влияния майи. Из Шримад Бхагаватам мы знаем, что если у нас есть, если у нас наслажденческое настроение, и мы, допустим, у меня есть желание собирать деньги, накапливать деньги, и если эти деньги приходят ко мне, они становятся топливом, то есть они только разжигают огонь. Огонь уже присутствует, огонь в виде жадности. Мы хотим обрести то и это. И никогда удовлетворение не обретет такой человек. Если кто-то думает, что вот у меня сейчас влечение к женщинам, если я наслажусь ими, то в конце концов оно уйдет, это влечение. Но это неправда, неправильное понимание. Случай с Пауравой, кажется, Пурурава в Шримад Бхагаватам описана эта история. Пурурава плакал из-за того, что Урваши покинула его. Он плакал, как я буду жить без нее, я не могу жить без Урваши. И он был уже готов умереть. Он искал ее повсюду, в конце концов, нашел в Харидваре. Она сказала ему,
Ты глупец. Думаешь обо мне. Но ты никогда не обретешь удовлетворение, наверное. Можно совершать различные яги, чтобы удовлетворить свои желания. Кама-яги. Но все это тщетно. Итак, все, у всех живых существ такое состояние. Когда наступит этот день, когда мы поймем, что необходимо контролировать, то есть наш ум постоянно, глаза требуют приятных зрелищ, уши приятных звуков, язык требует мяса. Кожа хочет наслаждаться приятными прикосновениями и так далее. Таким образом, никогда не обретем мы удовлетворения. А если у нас нет удовлетворения, мы не сможем войти в раса-лилу. По милости чистых гуру и вайшнавов, мы сможем преодолеть эту проблему. В Бхагаватам дается предупреждение. Это не так, что сегодня вы удовлетворите свои органы чувств, а завтра они, то есть, в конце концов, они скажут, больше не нужно наслаждение. Это не так. Чем больше наслаждения вы даете органам чувств, тем больше топлива вы подливаете, тем больше разжигается этот огонь. Вы никогда не сможете также достигнуть успеха в самоконтроле, наверное. Потому что кама никогда не будет удовлетворена. То есть, наверное, выше было не так. В общем, без садгуру мы не, никто не сможет нам помочь. Если мы предадимся садгуру, то мы поймем, увидим, что у нас появилась сила аджамил. У Аджамилы не было достаточной силы, силы разума, может быть. Поэтому он не мог следовать дхарме. Поэтому мы не можем обрести умиротворение. Как в огонь, если мы подливаем ги или какое-то другое топливо, автоматически огонь разгорается, он не потухает. Но это не относится к гопи, к Кришне. У Кришны какое-то неудовлетворение, но прежде я говорил уже 2-3 раза. Прекрасные девушки в Двараке, жены Кришны. They couldn't make any, they cannot arrange any sensation.
Они не могли устроить так, чтобы у Кришны проснулась кама к ним. Они пытались своими взглядами, жестами. Они хотели запустить в Кришну стрелы Купидона. Тем не менее, они никак не смогли повлиять на Кришну. Они пытались разными путями завладеть вниманием Кришны, но не достигли успеха. Это помогает нам понять, кто есть Кришна. Поэтому в Бхагаватам сказано: Бхагаван по своей беспричинной милости нисходит в этот мир. Но это не означает, что Пракрити начинает влиять на него, что материальная природа оказывает влияние на Кришну. Никогда три гуна материальной природы не влияют на Кришну. Он постоянно пребывает в своем собственном положении, то есть состоянии положения. Ничто не может повлиять на Кришну. Тем не менее, он выражает любовь Рукмини, Сатьябаме. И так далее. Все возможно для Кришны. Нараджи Махарадж хотел увидеть, как это было возможно для Кришны одновременно жениться на 16 тысячах 108 царицах. Одновременно. Дашта сахасра, мене соло хазар, 16,000. At a time, Кришна going to marry. If you want to compare the case of Krishna with you, then it is. Если вы хотите сравнить этот случай, то есть и Кришна с собой, это бессмысленно. В Бхагаватам сказано: Шукадев Госвами говорит, но от лица Удава Махараджа. Эти слова принадлежат Удава Махараджа. Жены Кришны думают, что Кришна любит меня очень сильно. Каждый из них думает так. Кришна подвластен мне, он послушен, слушается меня, потому что он любит меня. И это не значит, что они глупые. Это всего-навсего влияние йога-майя. Не думайте, что они глупые, это аппаратха. Все это устройство майи. Йога-майя. They couldn't understand.
Так они думают, что Кришна под нашим контролем, потому что Он любит нас очень сильно. И так Кришна лила невозможно понять. Чем больше мы пытаемся судить, то есть основываясь на каких-то своих собственных измышлениях, тем больше мы запутываемся. Но Махапрабху дает простой путь, который, следуя которому, то есть для нас очень хорошо следовать пути, которые дает Махапрабху. Это простейший путь. С помощью этой, то есть этой шлокой Махапрабху показывает этот путь, что как я живу без Кришны, жизнь без Кришны невозможна. У меня нет даже крупицы любви. Чем больше мы любим Кришну, если мы вообще являемся Рагануга-бхактами, тем больше мы будем испытывать неудовлетворенность. То есть мы должны говорить, чувствовать, как Махапрабху стремится к этому. Любовь к Кришне настолько совершенна, чем больше мы любим Кришну, тем больше неудовлетворенность. То есть тем больше мы хотим, ощущаем, что мы не любим Его. Чем больше мы любим Кришну, тем больше неудовлетворенности. Он начинает думать, что я не могу должным образом любить Кришну. Итак, это чувство движется к бесконечности, как я вчера объяснял. В Чайтанья-чаритамрите сказано, что совершенная любовь гопи возрастает, но уже некуда возрастать. Как она может увеличиваться еще? Уже она достигла своего пика. Тем не менее, она увеличивается, потому что это трансцендентный мир. Каждую секунду их любовь увеличивается, несмотря на то, что уже некуда увеличиваться. Как же понять бхаву Кришны? Как понять настроение гопи и их любовь? Что Кришна хочет получить от них. Как мы можем понять, постичь это нашими материальными мозгами? То есть, несмотря на то, что их любовь достигла своего пика, она движется к бесконечности, она все равно увеличивается вновь и вновь. Невозможно понять эти любовные отношения. Таким образом, мы должны быть очень внимательны и осторожны в отношении этого вопроса. Мы должны продвигаться вперед под руководством гуру и вайшнавов, которые помогут нам.